Стратком сообщил, что верхушка СДФ планирует совещание в поясе Койпера. Участники прибудут на 4 эсминцах, а затем перейдут на Икари. Мы проникнем на борт и ликвидируем их. Пойдем вдвоем, только ты и я. Полная маскировка. Принято. За дело. Для вас полный набор снаряжения, капитан. Прячем шакалов и ждем СДФовцев в точке сбора. Я изучил план Икари. Отведу тебя к центру управления атмосферой. Ты вырубишь жизнеобеспечение и устранишь цели. Понял. Приступаем. Скар-1, вышка предупреждает, что заходить на цель нужно тихо и незаметно. Поняла. Понял. Скар, можете вылетать. Принято. Отправляйте. Взлет через 3, 2, 1. Кислород 36%. Они должны быть здесь. До связи с возмездием 30 минут. С жизнеобеспечением пока все нормально. Остаемся на месте. Принято. Ожидаем вражеского. Вот и она. Есть. Цель подтверждена. Впереди Икари СДФ. Зайдем через технический люк. Есть. Держись ближе к корпусу. Я поведу. Принято. Транслятор на киле прямо по курсу. Оттуда я смогу провести тебя до места встречи. Принято. Пусти газ в систему вентиляции, чтобы покончить с ними. Бери газ, Рейс. Без него никуда. Пока нас не засекли, не будем светиться. Мы на месте. Я подключусь к сети и узнаю о месте встречи, а ты пока достань униформу. Принято. Выйду на связь из жилого отсека. Внимание, рядом противник. Все данные на экране. Сектор под контролем. Солт, я у КП. Во время трансляции, да. Сильные разрушения. Разве тебя не проинструктировали? Совет выбрал наш конференции. Когда они выберут цели, мы будем на боевых постах. Я всю жизнь готовился к этому моменту. Меня мучила совесть. Когда я сидел без дела, а наши парни умирали на чужой земле.
казармах чисто. На вражеских частотах тишина. Все молчат. Нас не обнаружили. Продолжаем в том же духе. Форма должна быть под рукой. По левому борту все чисто. Группа сообщает об отсутствии угроз. Переходим к патрулированию кормы. Форму нашел. Ситуация. Три приоритетных цели ступили на борт Икарии. Встреча вот-вот начнется. Чтобы попасть на конференцию, тебе понадобится удостоверение. Я пометила цель, у которой его можно раздобыть. Принято. Высылай. В форме тебя никто не заметит. Приказ подготовить артиллерию. И получи его, умура! Тебя все еще не заметили. Что они удвоились в прошлом. Так чего только мы... Я внутри. Вижу цель. Есть. Дождись, пока он останется один. Если я слышу, я заглушу связь. Цель ликвидирована. Забери его. Есть документы. Замени данные на офицера второго класса Негрети. Есть. Встреча в оперативном центре. Время навести шороху. Это и так известно. Угадала. Не стоит. Что-нибудь нужно? Игрейте не появлялся. Было поручено принести подсчет. Сообщите список потерь. Удостоверения переписаны. Рейдер почти на месте. Вперед! Из казармы были отправлены отряды. Они могли обнаружить убитых тобой солдат. Принято. По твоей готовности, Рейс, отрубим их жизнеобеспечение. Атмосфера и гравитация готовы. Я в порядке. Отрубай жизнеобеспечение. Не знаю. Не могу, они запечатаны. Вызовите пожар. Гости. Основная точка выхода уничтожена. Двигаюсь к запасной. Принято. Иду к запасной. Чума! Рейдер Чуме, как слышно? Приступаем! Иду к тебе, Солт. Противник на хвосте. Мы нашли точку доступа на Киле. Заблокировать перейти.
Солтер, я позади них. Солт, все чисто! Это я! Ненавижу эту форму. Я установил маячок для возмездия. Пойдем к аварийному шлюзу. Я за тобой. Возмездие, это главный, как слышно? Связи все еще нет. Маячок тоже нет. Эй, прикрой! 15 часов! Группа целей на подходе. Контакт! Шакалы на подходе, сэр. На 9 часов. Пустая, заряжаю. Капитан, ваши шакалы на месте. Принято, вижу их. Рейв, наплен. Нужно убрать этих шустряков от возмездия. Крок, начинай посадку. Скар зачистит сектор. Скар 2, вы слышали капитана? Можете открывать огонь. Осталось 5 раз.
базу! Конец связи! Есть! Гадюка обезглавлена. Об этом служат легенды, сэр. Продолжаем репортаж о сегодняшней чудовищной атаке в Женеве. Поступили сообщения об успешной операции сил САТА против участников секретного совещания лидеров СДФ. Согласно нашим источникам, в ходе операции элитный отряд СКАР ликвидировал группу высокопоставленных командиров фронта. Новости по теме. Маневры флота СДФ продолжают препятствовать поставкам ресурсов с внешних планет. Отсутствие этих ресурсов ограничивает возможность возвращения в строй поврежденных кораблей САТА. С вами был Джером Дэвидс, IW News.